Здравствуйте, я Андрей Бурым. В обычной жизни я актер и продюсер проекта «Слышишь шоу» на телеканале НЛО. А сегодня я звездный репортер «Комсомольской правды», и тема у нас сегодня 8 марта, чего ни в коем случае нельзя дарить на 8 марта женщинам. Скажите, чего нельзя ни в коем случае дарить на 8 марта? Нельзя мужчине, да. Мужу, допустим. Ну, буду всему рада, наверное, если муж подарит. То есть все что угодно, да, абсолютно? А если он подарит себе поход в баню в этот день? Со мной. То есть и с вами это нормально? Не знаю, набор инструментов или... Набор для рыбалки, там, спиннинг новый, тоже не одобрят, я думаю. Ну, то есть катушку за 12 тысяч гривен не пойдет, да? Нет, за 12 не пойдет. Вы знаете, как-то по радио слышала программу и, наверное, согласна. Абонемент в спортзал и тренажеры. И кулинарную книгу. Думаю, что да. Плохое настроение. Ну, точно не пену для бритья и носки. Я думаю, что книгу, вот, в наше время, вот, я думаю, что... чего бы я не хотела, скажем так. Да. Я не хотела того подарка, я хотела бы, чтобы для меня мужчина, зная мои как бы увлечения, подарил максимально подходящий подарок. Не дарил то, чем я не увлекаюсь. Ну что ж, дорогие друзья, вот я и поработал звездным репортером в «Комсомольской правде» в Украине. Что я могу сказать? Работа эта прекрасная, замечательная, полезная. Именно поэтому я и работаю продюсером. Спасибо вам, ребята, удачи и с праздником, женщины, с праздником 8 марта.